Заряжаем. Как, Толя, называется это блюдо? Ну, как называется? Ну, ты называй. Как он называется? Когда барбекю. Итак, друзья, барбекю. Это... Перепелки? Не, эти... Курочки? А, все, поняла. Петр. А карачка? Это не карачка эти вы, как? Бедрышки. Бедрышки. Итак, друзья, бедрышки. Сколько минут будем жарить? Ну, как? Как же жарится, да? Как будут готовы. Понял. Анатолий уже знаток. Итак, друзья, сегодня у нас вот такое блюдо под названием курочка. Но окорочка. Не окорочка это. Ах, не окорочка. Ребрышки. Бедрышки. Мне перепелки показали. Так, друзья, пусть пока жарится. Так, поставим таймер пока.